Воскресенье. Необыкновенно пустое садовое кольцо. Только что приехали мотоциклисты. Я так понимаю, байкеры. Но все-таки, может быть, что-то еще будет. Иду в шахматную гостиную на Рапид. Сегодня 6-й тур. Вчера была презентация книги Бориса Постовского, ну, в соавторстве со многими гроссмейстерами, знатоками шахмат, тренерами, шахматными администраторами, действующими лицами. Все, естественно, заснял. Ну, а до этого играл блиц, вернее, рапид. И, конечно же, снимал. Ну вот сегодня 6 туров. Ну, надо набрать хотя бы одну очку. Одну очку набрал. Вот. Вернее, у меня 2 очка. Одну очку хорошую, да, с таким солидным человеком. Я его поймал на двухходовочку. В чем задумал, увидел двухходовку и спокойненько стоял и ждал. И он на нее попался. Потом говорит, я плохо играл. Говорю, а кто здесь хорошо играет? Он так засмеялся. С Анатолием Авраамовичем Быховским играл. Он выиграл. Я говорю, таким насупленным голосом. Ну ладно, теперь идите. Он так, встрепенулся. Идите, записывайте очко. Ну, по правилам, победивший идет к арбитру и записывает. Он так улыбнулся, пошел. Он просто не ожидал от меня такой реакции в приказном тоне. Ну, посмеялись. Так, вот он, Коптельский переулок. Вот смотрю, там потихонечку подтягиваются ветераны. Ну и я туда иду. Пятьдесят человек. Вернее, 49. Одно место было еще в запасе. Ну, я, естественно, был на этом турнире как слабейший запасным участником. По-моему, двое не пришло. И меня включили в турнир. Ну, это естественно, потому что здесь в ветеранских турнирах играют, я так понимаю, ниже мастера. Что-то я никого не встречал. Ну, то есть раньше они были мастерами. По-моему, 5 или 6 гроссмейстеров играет.